привет, зритель. Еще в деревне я подумала, что надо бы мне какую-нибудь сыворотку для лица, потому что с кремом, который мне помогал, от кусочков кожи сухих вот здесь, после хренового сна. Пока никак, потому что он больно это, жирный на это. То, что у меня есть, тоже, ну, как бы, не то, не все. Короче, я в деревне поняла, что мне надо сыворотку. Вот не ту, которая у меня от Велинии, а какую-нибудь именно вот так вот нанес, распределил, в общем, сыворотку, которая совсем сыворотка. Долго выбирала, выбор мой пал на некую фирму Лалиф. Лалиф Натур, сыворотка косметическая, номер 1, 4D, гиалуроновая кислота, флакон 30 мл, дата изготовления 5 декабря 2022 года и срок годности до 5 декабря 2025 года. Вот. Упаковано оно в пупырку. Тут у нас какая-то бумажечка. Спасибо, что выбрали Лалиф. Создадим красоту вместе. И тут варианты их сывороток. Посмотрите, наши новинки. Гиалуроновая кислота, которую я заказала. Номер 2 это антиакне сыворотка. Со средством от прыщей и воспалений. Потом номер 3 активатор молодости сыворотка. И номер 4 синакне века. Сыворотка пептид для омоложения кожи век. Тут можно отсканировать QR-код или перейти на www.lalif.rus. Палочка косая и бонус. Возник вопрос по товару, что-то не так, напишите нам. Участвуйте в розыгрыше для любимых клиентов. Ну это, попытаюсь, вот. Это было вот здесь вот, под пупыркой. А дальше у нас, она заслюдирована. Вот Лалиф Натур. На нее были хорошие отзывы, я почитала состав. Там, ну как бы, что-то такое вполне себе вменяемое. Применение на очищенную кожу лица 1-2 раза в день, утром и вечером. Курс 10-14 дней. Подходит под макияж, подходит для постоянного применения в качестве теста индивидуальной реакции. Нанести на внутренний сгиб локтя для всех типов кожи. Некомедогенно. Проверено дерматологами. Допускается выпадение осадка. Срок годности 36 месяцев. Не тестируется на животных и какой-то еще зеленый листик. Ну и я думаю ее потом взять в деревню. Сколько-то дней поюзаю тут, сколько-то в деревне. А потом вообще скажу тебе свое мнение. Может, ты тоже ищешь какую-то такую сыворотку. Какое-нибудь средство, чтобы... Если у тебя сухая, допустим, кожа или сухая местечковая кожа, чтобы... И не крем, и вот нанес, и все хорошо. Сыворотка для тотального увлажнения лица. Ингредиенты 4 вида гиалуроновой кислоты, витамин С, пантенол, водные гидролаты, брусники и алгае. Не знаю, что за алгае. Сейчас я ее распечатаю. Сегодня вечером как раз применю. Ну и завтра утром заодно. Посмотрю, может она какая-нибудь супер чудодейственная, так после первого или второго применения, я так, наверное, после первого, может утром, после второго применения, я запишу тебе продолжение обзора. Вот именно вот такого формата сыворотку я имею в виду, хотела. О, пипеточка. Слушай, зритель, может ты посчитаешь, что у меня ирис нуар головного мозга, но она пахнет ирис нуаром. Ну-ка, на руке. На руке протыщу я как раз вот только что из-под душа, потому что я сегодня принимала водные ванны в реке Волге на Сальвазе впервые за это лето. Выглядит как вот просто водичка такая. Не липкая. Вот, допустим, сыворотка от Новоспис, что мне подписчица дарила, пару раз в день, в неделю точнее, ее использовать на ночь, она немножко липким эффектом обладает. А это вообще как водичка, впиталась и все. Прикольно. И аромат такой легкого ирис нуара. Не знаю, что такое может он пахнуть тут. Вот, алгае такая отца водоросль. Может, водоросль так пахнет. Оказывает пантенол, гидролаты, брусники и водоросли оказывают антиоксидантное, матирующее и заживляющее действие. Отлично. Вот.
Номер один. Ну, я надеюсь, ты этот ролик досмотришь до конца. Я пока не прощаюсь, потому что я потом тебе приду с лицом, которое было намазано этой сывороткой. И посмотрю, что с ним будет. Продолжаем наш эксперимент. Я вчера вечером ей намазалась. И первое впечатление ты мог прочитать в Телеграм. Вот я сейчас снова мылась пенкой. И, кожа у меня стянута. Она такая жидкая, кстати, зритель, вообще. Как водичка. Ну, конечно, когда я ее тестировала на руку, я, кажется, видела, что она жиденькая. Но она очень жидкая. Она реально как просто водичка такая. И из-за этого, ну, мне с непривычки не очень удобно ее применять, потому что она с меня спадает. Я даже не знаю, как ее похлопывающими движениями просто втирать на руку, если вот она по руке течет, удобнее все-таки на лицо нанести. Ну, она как бы не сказать, что вот да, она водичка. Она по жидкости похожа на водичку, по своей вот этой консистенции, но все-таки она немножко вот какой-то. Какое-то ощущение вот есть такое, что это не просто водичка на лице. Какая-то гладкость остается, вот даже когда ведешь рукой. Может, я, конечно, не настолько бьюти-блогер. И у меня какие-то это с неумением таким супер жидким пользоваться, потому что для меня это вот впервые такой продукт. Ну, с сывороткой-то я как бы не первый день знакома, хоть и не часто ее использовала. От разных фирм, разной консистенции. Но вчера у меня сначала стянула кожу с первого применения. И вот минут через 10 отпустила, и кожа стала такая вот мягкая на ощупь. И, не, конечно, оно с первого применения мне ничего не исправило, все мои эти неровности. Вот чуть-чуть стали они меньше. Вот у меня вот в этих местах, вот пальцем сейчас показываю, вот здесь. Мне оно из-за проблем со сном было суховатое. Такое шероховатое, вот, то есть на ощупь было. Но часть стала как бы исчезла, уменьшилась. Что хочу сказать, когда крайне редко смотрела других блогеров, с их, как они делают макияж и как это выглядит на камеру. Вот я, конечно, не делаю макияж, но я к тому, что бывают такие не очень удачные ракурсы лица на фотках. И люди, которые вот любят позлословить, они вот прям, если ищут какие-то там недостатки в человеке, им надо смотреть, как люди делают, как блогеры делают макияж, скажем. Скажем вот это вот. Мне хотелось сказать, скажем так. Но я попыталась этого не сделать. Может, конечно, еще на кожу шеи нанести, на декольте. Но вот где я нанесла, она уже, в принципе, впиталась. Липкости не ощущается. Вот сегодня оно мне не стягивает кожу. Вот после второго применения такого ощущения нет. Конкретно вот бывает такая липкость от сыворотки Новосвит, вот там липкость реально ощущается, но она и по консистенции другая. Вот здесь вот просто если руками потрогать эту кожу, то ощущение, что там вот чем-то она была намазана. А вот на лбу у меня боль, здесь вот, кстати, сыворотка как бы для всех типов кожи, у меня здесь жирная кожа по умолчанию, и вот она впиталась, и она, видимо, вот как бы так матовая стала. Я же с зрением минус 13,5, я отсюда свое лицо вообще не вижу. Сейчас я не управляю камерой. Чисто камера у меня без всякого управления. Носик. Я его мазала, нет? Ну, короче, вот где сухая кожа, там ощущается такое вот увлажнение конкретное. А где жирная, она вот просто такая гладкая, хорошая. Мне так нравится эффект. Я прям хоть сейчас могу написать восторженный отзыв на Лалиф Натур номер 1 4D гиалуроновая кислота, сыворотка для тонального, тотального, пардон, увлажнения лица. 4 вида гиалуроновой кислоты, витамин С, пантенол, водные гидролаты, брусники и алгае.
Я не знаю, получится ли у меня записать, но я как-нибудь постараюсь это сделать. Просто, может, поставлю на поздний более выход. Свой уход на июль. У нас еще июнь. Но вот она у меня будет в уходе июля, я с собой ее возьму в деревню, потому что там мне как-то, ну, не с руки было увлажнять лицо. А иногда большую часть времени я туда даже взяла масочку, тряпочку, но как-то было все не полежать с масочкой, тряпочкой. Все как-то не до этого. У меня там крем какой-то, но он более плотный на жару, но он не подходил. Короче, у меня как бы руки не доходили там заняться лицом. И оно, кожа у меня была сухая очень. Когда я сюда приехала, первым делом я легла с маской на лице, с увлажняющей тряпочкой. Так вот, я планирую ее взять с собой в деревню, потому что уход-то минимальный. Ну, в смысле, затрата на уход минимальная. Умылся. Правда, советуется умываться с пенкой. Может, возьму туда какой-нибудь гелик для умывания. Может быть, тот гель-скраб, который мне Лена дарила в последней посылке. Вот Лена из Франции, которая такая большая посылка, там белорусская косметика еще была. А может, возьму с собой пенку, которой сейчас умываюсь, коллагеновой. И возьму с собой вот это. Умылся, нанес на лицо. Все, вечером умылся, нанес на лицо. Больше ничего не надо. Никаких кремов, никаких еще чего-то. Как бы минимальное время затрата на уход за лицом. В деревне оно как бы вообще ни к селу, ни к городу, но кожа чувствуется. Там вода мягкая, и волосы отлично моются, и можно несколько дней не мыть эти волосы. Сейчас у меня просто вот так получилось, что я и волосы слегка намочила, они мокрые. И вот такое средство для меня, вот честно, это доходка. Сейчас я немножко в других очках рабочих. Но у них я снова могу ходить. Вот такая вот сыворотка, очень классная. Я могу ее с радостью, восторгом посоветовать. Кстати, делается в городе Королеве. Когда-то давно я там была, у меня там была... Был, в общем, была у меня в Москве подружка, дочка маминой подруги, разошлись дороги. Вот она тогда, когда я там была, жила с гражданским мужем, он как раз был из Королёва. 30 миллилитров, кстати, сыворотка. Чё, может, я не знаю, стоит с вами попрощаться, но вот после второго применения я ее на себе ощущаю хорошо. И, кстати, вот она высохла, и... То, что у меня вчера вот здесь были сухие кусочки, я даже не верила, что она со второго применения мне что-то там исправит. Но вот они практически пропали. Вот только вот здесь остался маленький такой на ощупь. Я ощущаю, что он там есть как бы. Но у меня эти сухие кусочки, я их чувствовала просто на коже, стянутая кожа, ничем это не увлажнялось, кроме крема, который вот сейчас на жару мне совершенно не подходит. И я от этого страдала, потому что я их чувствую, они просто дискомфорт доставляют, как раз где-то оправа очков заканчивается одна из, оно соприкасается, и мне от этого не очень удобно кремом лицо увлажнять, не есть возможность, потому что жарко, и я этот крем ощущаю, даже самый тоненький. Гель алоэ у меня практически закончился, ну и он не всегда в тему бывает. Я вот рада, что я все-таки выбрала вот эту сыворотку. Всем спасибо за просмотр. Артикул я оставлю в инфобоксе. Если вы хотите поддержать канал, то вот здесь будет облачко. Или можете ткнуться в инфобокс, и там будут ссылочки. Если вы хотите подписаться на Boosty, на АСМР, то я буду очень рада, и вы мотивируете меня соснять какой-нибудь АСМР пораньше. Если вы все еще его ждете и пересмотрели все старые до дыр. Если вы любите мукбанги, тоже можете подписаться на Boosty. А если вы меня смотрите, но до сих пор почему-то не подписаны, то подпишитесь, пожалуйста, нажмите на колокольчик, можете поставить пальчик вверх к этому видео. И всем пока!